Здравствуйте, я Таня Карацуба Сеид-Бурхан. Сегодня у нас с вами 8 мая 2017 года. Продолжу свой цикл о цыганах, а эту часть я назову «Отобранные дети». Кочевые народы подвергались многолетнему геноциду со стороны власти. Что касается именно цыган, то, возможно, народ стал кочевым, потому что согнали их с их земель. Кто же скажет сегодня вам истину, когда это уже произошло и сила не на их стороне? Цыгане несут в себе этот ген. В семье настоящих цыган могут рождаться блондины с голубыми глазами. Эти дети и есть настоящие потомки катаров, когда-то ушедших из Окситании. Сегодня Окситания – это Франция. И наглядный пример блондина Джеймса Сквайр Фарнелла, который в конце 19 века был первым австралийским премьер-министром колонии Великобритании, не научил людей ничему, одураченных шаблонами. Ведь это был грамотный человек, достаточно грамотный, чтобы возглавить колонию в Австралии. Друзья, не забывайте помогать мне в создании роликов. Я работаю для вас, а вы делитесь со мной своей щедростью.